сегодня чувствую такую радость, облегчение, наверное, даже, как бы, ну, и гордость, да, гордость за то, что 11 лет достойно отучился, все-таки не только я с собой горжусь, поэтому мне вдвойне приятно, еще родители, друзья тоже. Собираюсь поступать в Москву, я, вернее, уже даже поступил в финансовый университет при правительстве. И на факультет международной экономики, думаю, вот буду учиться. Пока планов у меня больше нет. Настроение хорошее, немножко трепетно и волнительно, потому что сегодня очень ответственный и важный день. Поддержать пришли все члены семьи, все прям все болеют, снимают, держат кулачки, чтобы все было хорошо, чтобы все прошло хорошо. Хочу выразить благодарность педагогическому коллективу Бомборской средней школы во главе со Смыр Мариной Георгиевной, с моей первой учительницей Черекбаемой Владимировной, с классным руководителем РУРУ Елизаветой Калистратовной, потому что они заложили основу, благодаря которой сейчас мы находимся здесь и мы получили эту золотую медаль. Я уже поступила по Россотрудничеству, город пока неизвестно, на лечебное дело. Несомненно, окончить школу на золотую или на серебряную медали, за этим стоит большой многолетний труд, который проделали школьники, труд их учителей, педагогов, а также труд их родителей, которые за них переживали, волновались. Я думаю, каждый из сегодняшних выпускников благодарен им за это.